мы перестаем контролировать голову и ноги совместно. То есть мы когда ходим по улице, выходим, да? Там нас окрикивают, да? Олег! И Олег такой, оп! Да? Я нет? Да, все там. А типа Олег, оп! И вот такой. Вы должны уметь контролировать голову и ноги. Это важно. Жопу еще классно еще контролировать в этот момент. Грудь, руки, там пальцы. Короче, контролируй там себя. Все под контролем.